Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Вот сегодня я так необычно начинаю свое видео, девчонки. Я просто хочу наглядно показать на ноге, а не на манекене, вот эти вот носки. Я их, конечно, вязать не собиралась, потому что, как для меня, они слишком просты и непонятны, вот, были. Но меня попросила подписчица. Конечно, мастерицы, которые опытные, можете сразу сейчас выключить видео и не смотреть дальше, даже не пытаться смотреть дальше. Но те, которые начинающие, это видео для вас. Этим способом вы можете связать носочки от новорожденного размера до 46 мужского. Я думаю, что вы заметили, что вот этот вот носок у меня свободнее, оно и видно, а этот тугой. То есть вязать я буду двумя способами. Удивили они меня тем, как они сидят на ноге. Вот эта платочная вязка довольно хорошо облегает пятку, и они не двигаются. Здесь корректирует резинка. Так что я считаю, для начинающей это самый-самый оптимальный вариант носков и самый наипростей. Здесь этот носок, видите, этот носок у меня посвободнее, потому что все любят по-разному. Кто-то любит плотный носок, который нужно обуть в сапог, а кто-то для домашней носки любит посвободнее, так, не очень облегающий. Это уже на ваш выбор, вы себе способ выберете сами. Объяснить, как рассчитать. Это все дело я вам покажу в видео, и вы сможете действительно связать наипростейший носок на любой, абсолютно любой размер, без исключения. Первым делом мы будем размираться с размером. Что касается ниток и спиц, я вам скажу, здесь не важно, какие у вас спицы, какие у вас нитки. Я буду разбирать саму идею. Элементарнейшие носки, поэтому сейчас вы все поймете. Я связала несколько образцов, чтобы понять систему как бы определения размеров. Вот, и у меня получилось вот так вот, самое оптимальное. Оптимальный вариант. Вязала я как бы на свою ногу, но показываю измерение на вот этом, на вот этом. Измеряем ногу вот в месте косточки. Да, вот именно ступню вот в этом месте. У меня это 21 сантиметр. То есть вот эта деталь у меня 21 сантиметр. Вот оно, 21. Основная деталь у нас состоит из трех частей. Это 21, вот эта часть, которую вы измерили, разделить на 3. То есть 7 сантиметров, 7 сантиметров, 7 сантиметров. Наша стопа разделить на 3 части. Начинаем мы вязать вот отсюда, вот это наши набранные петли. И вяжем вот это вот такое вот полотно. Эти части это... Вот здесь вот у нас резинка, а здесь у нас платочная гладь. У меня здесь спицы 2,5 мм, нитки 300 метров в 100 граммах. И набрала я 100 петель. В моем случае, давайте я измерю, это 42 сантиметра. Вообще это как бы, вот смотрите, вы меряете свою ступню. Это вот свою ногу, потому что девчонки спрашивают... Где взять вот эту штуку, девчонки? Я по ней меряю, чтобы вам было понятно. А вы, соответственно, меряете по своей ноге. Вот 42 сантиметра. Вот он, наш носок. То есть вам нужно набрать вот это, вот эту часть. То есть вы по своей ноге меряете, сколько вам вы себе представляете носок. И такое количество петель набираете. Вяжите образец по нему, считаете и набираете. Я набрала 100 петель. И сейчас я вяжу 7 сантиметров, 7 сантиметров лицевыми петлями. То есть платочной вязкой. Теперь, внимание, важная информация. 7 сантиметров это для свободного способа, который я вам показывала. Один в один, который я назвал. Я же вяжу сейчас второй способ потуже, поэтому у меня 6 сантиметров. Его я назвала минус 1, равно 6 сантиметров. То есть вы выбираете, если вы хотите плотно облегающий носок, выбирайте себе способ минус 1, то есть все точно так же рассчитываете. И отнимайте 1 сантиметр. Либо от этого числа отнимайте 3 и потом делите на 3. Вот. Значит, я вяжу минус 1, у меня 6 сантиметров. И я перехожу на резинку 2 на 2. 2 лицевые, 2 изнаночные.
И далее вяжу 6 сантиметров. Если вы вяжете свободный носок, вы вяжете 7 сантиметров. Вот 2 лицевые, 2 изнаночные. Ну, я думаю, этого объяснять вам не нужно. Так, смотрите, всего у меня 12 сантиметров, то есть 2 раза 6 и 6. Далее я перехожу снова на платочную вязку, вяжу лицевыми петлями. Сейчас я уже вторую полосу провязала, и осталась мне еще одна полоса. Так, котята мои, смотрим. Провязала я следующие 6 сантиметров. Вот они 6, видите? И всего у меня 18 сантиметров вот это полотно. Сейчас я все петли закрываю. Если вы вяжете по принципу 1 в 1, то есть вы вяжете 7 сантиметров, у вас должно быть 21 сантиметр, если вы посвободнее вяжете носочек. У меня же это 18, то есть минус 3 сантиметра. Сейчас я закрываю все петли. Вот, девчонки, мой прямоугольник. Если мы растянем резинку, да, отчетливо видно, что это у нас действительно прямоугольник и 3 равные части в этого вязания. Ширина у меня 18 сантиметров и длина, если растяну, 42 сантиметра. Я оставила при закрывании длиннее нить, проделала иглу и сшиваю. Сшиваю, девчонки, знаете, вот хватая за петли, которые вот этот ряд, цепочка, которая закрыты петли, и петли набора, и вот так вот через верх, чтобы минимализировать как бы плотность этого шва. И вот такая колбаса у нас получается. Теперь вот в конце этой колбасы я собираю все кромочные петли на иглу и просто стяну это место. Хватаю я за одну как бы стеночку кромочной, чтобы не уплотнять излишне этот момент натяжения. Вот, теперь я просто это все стяну и зафиксирую носочек еще пару стежками. Прихвачу эту как бы дырочку, потому что она довольно такая большая. Вот, делаю пару узелков и все. Вот на этом, девчонки, все. Вот это и вся работа. Я считаю, что как для начинающих идеальный вариант вот такая вот колбаска. Видите, там где резинка, она как бы принимает вот такую вот форму. Что касается детских носков, тоже оно принимает такую же форму, так что любой размер здесь уместен. В этом что плюс этого способа, что мы абсолютно любой размер можем связать по этим расчетам. От манипусенького новорожденного до 46 мужского. Вот это большой, огромный. А я с вами, девчонки, прощаюсь. С вами была Вика из школы рукоделия. Вот. Вяжем и присылаем мне. Всем пока-пока.